Ay, sai kala gangan Pupola Msebenzwa Ntatu mfage ntwe Msебенzwa Mugdetela mahi Пари, очень круто! Вот мы уже опять на баунти. Это баунти уже вот здесь вот. Вот здесь вот это баунти. Хочется куда-нибудь в горы. Идем садиться на паромчик, который едет на Занзибар. Надеемся, по дешевой цене. Сейчас узнаем. Ну вот, так непросто попасть на Занзибар. Проверяют билеты, паспорта. Сдается багаж. Ну вот. Окей, thank you very much. Thank you. Люба? Дорого. Мы плывем вдвоем на целой лодке на Занзибар. Больше никого тут нет. За 30 баксов с человека. Крутяк, правда? Как все. Они вот сейчас все уйдут. Все уйдут сейчас. Пупола Мсебензуа Мтату мфагентуэ Мсебензуа Мугдетела махит Энчайфи сабату Мпагатин. Прибытие на Занзибар. Здесь все серьезно. Оказывается, нужно даже заполнять. Вот, а здесь даже не знаю, просто посмотрят или поставят штамп. Имилю Усанкумбу. Дорогие зрители SkyTramp, и вот на Занзибаре Джамбиани пляж. Наш дворик сделан в стиле Занзибар. Пальмовые листики вот так вот они используют. Дворик никто не заходит, кроме нас. Мы здесь сушим вещи. Наша прихожая с вентилятором, кстати. Разуваемся и проходим во вторую прихожую. Здесь даже живут иногда люди, которые приходят по кочсерфингу. Люба только что приготовила пирог. Наша кухня. Холодильничек, конечно, маловат, но, однако, пироги здесь уже есть. Заходим в зал. И что мы видим? Как всегда в работе человек. Люба, что ты делаешь? Игрушечки Лего у нас. Играемся. Алтарек. Саибаба светится. Санузел. Все здесь новое. Мы были первые жители. Есть первые жители уже 2 недели. Осталось еще 2 недели и уходим в Бурунди. Ну как, на Занзибаре, если с первого взгляда, то все очень дорого. Но если начнешь как червячочек проползать во все эти дырочки, норочки, магазинчики, то можно найти даже не очень по выгодным ценам товар. Короче, мы пришли на море, которое 300 метров, 300, друзья, мы так близко никогда еще к морю не жили. Пришли к морю, которое 300 метров от нашего дома, а Игорь говорит, купаться сейчас не пойду, что-то не хочется. Люба, что случилось? Это белая глина, она очень полезна, так как авокадо больше нет, а чем-то мазаться нужно, я намазалась белой глиной. Расскажи про этот занзибарский песок подставный. Ребят, я вообще не любитель очков, одеваю крайне редко. Но здесь невозможно ходить. Такой белый песок, это хуже, чем в горах. Сразу же у тебя начинаются зайчики, поэтому хожу в очках в полдень. Первая линия, Занзибар. Наверное, баксов 40 стоит пожить здесь. А вот так производят знаменитые травянистые крыши. Они работают без страховки, но если он оттуда гаданется, как минимум переломы. А который на коньке сидит, скорее всего, умрет. С
Смотрите, какая четкая, слаженная работа, ни одного лишнего действия у парней. Слушай, но много травы, да, съедает крыша? И предварительная работа накрутить эти связки листьев. И они берут готовую пачечку и укладывают. И укладывают. И она даже не протекает в дождь. Совсем, теоретически. Сезон дождей на Занзибаре. С утра поливает. Я всего лишь маленькая часть этого дерева. А дерево вон какое здоровое. А Егор вот такой маленький. Проблему мусора на Занзибаре, как во всей Африке, никто не решает. Мусор просто выбрасывается. По улице, которая ведет прямо к морю. Там, где заканчиваются пальмы, начинается море. Везут. Надо решить сложную задачку инженерную. Окей. Надо нести. Hello, guys. Hello. How are you? Игорь Черный Плащ спешит на помощь. Егор, как называется пляж, на который мы пришли? Пляж называется Мачанги. И он знаменит тем, что можно встречать сансет. Вот они, пресловутые занзибарские водоросли. А это Роберт, наш друг с Польши. И смотрите, здесь они даже разных цветов. Так они сушат и продаются и в Китай, и в Америку. И зарабатываются серьезные деньги. Поставь лайк? Yes. Yeah, very good. And can you say about the weather? Погода хорошо? Сегодня погода хорошо. Вот такие на Занзибаре люди говорят по-русски. Я говорю русский мало-мало, вот и по-твоему русский язык трудно. Абракадабра. Либо показывай, что у них тут в ведре. Вот, вот такие вот мальсосочки. Сейчас их будет много-много. Смотри, где он сам стрелял. Ружье. Мами. Даже ракушечку. Да. Видишь, а мы такие-то... А я отпустил сегодня такую красивую, а? Because I am hungry. Я hungry too. Ребят, посчастливилось. 5000 это где-то $2. Вот купили такую виноградную гроздь рыбы. Сегодня вот такая добыча. Октопус. Слушайте, друзья, мы сегодня увидели эту охоту. А где у него эти челюсти-то, которые... Десятки, десятки женщин с этими копьями. Они охотятся за октопусами. И вот это мы купили всего лишь за 2000. Что соответствует 90 центов. Ну что происходит? А это вот чернила начали капать, которые он выбрасывает. Ну все, занимаемся сейчас. Загуглил, оказалось, что это восьминога не так просто приготовить. Посложнее, чем кальмара. Сначала нужно отваривать, опускать, поднимать, а потом обжаривать. Попробуем. Скажи, что ты его избил уже. Да, и лучше его, чтобы он расслабил мышцы, нужно постучать. Я его постучал, и теперь он расслаблен. Вот совершенно расслабленный осьминог. Очень мертвый и очень расслаблен. А также нужно отрезать глаза и рот. Сегодня праздник. С днем Пасхи. Воистину воскрес. И мы решили немного полакомиться. Есть у нас сырок.
И также купили вот кальмарчик такого зажаренного. Я еще ни разу не пробовал. Стоит где-то в районе доллара. Я считаю, что вообще жареный кальмар за доллар демократичен. Как говорится, не так страшен черт, как его малюют. Итак, рыба-крылатка. И хотя в изданиях пишет, что она ядовита, сейчас проверим. А какая? Вот она. Имилё, пошли на шопинг в нашу деревню. Игорь сейчас покупает суперклей. Одна упаковка суперклея стоит 500 шиллингов. Кока-кола купила эту компанию с Тони. Тест. Спецовая газировка из Танзании. Что? На что она похожа? О, это вкус Танзании. Восточная Африка. Швепс, спрайт с перчиком. Послевкусие такое перчиковое, пузырёчки. Да, перчик, что-то такое есть. Вкусная гадость. И на Занзибаре я бы сказал, вам вообще не жарко. Это не сравнить ни Ватаму, ни Туркану, ни Судан, ни Египет. Просто очень комфортная погода. Экватор, что вы хотели? Дружочки, такой туалет. Вообще космос просто. Молодцы, какие креативные люди придумали. Для тех, кто не понимает по-английски, можно просто... болт и гаечка. А вот эти пресловутые масайчики, они везде, и все им что-то нужно, он даже непонятно. Он спрашивает меня, я счастлива? Я говорю, да. Он говорит, но выглядишь, что как несчастлива. Я могу тебя счастливить. Ставь лайк. Once again? Лайк. Once again? Супер. Вот тёлочки собрались на пляже. Паджи. Красотки. Ворона делает коровушке массаж и чистящие процедуры. Макушечку ей почистит. Корова явно кайфует. Мы находимся возле легендарного ресторана The Rock. Один прием пищи для мзунгу стоит там в среднем $60. Но мы, конечно, здесь не для того, чтобы покушать, а для того, чтобы понырять. В общем, вся зона вот эта вот, то, что находится за рестораном The Rock, это зона снорклинга бесплатного. Ну, конечно, есть куча лодок, которые навязывают этот сервис за деньги. Но если вы не боитесь растаять в воде, то надо просто нырять и искать такие маленькие островки коральчиков. Там есть мертвые, есть живые, куча рыб, осьминоги, медузики есть, морские конечки есть. И вообще очень много всякого разнообразия, даже больше, чем в Красном море. Пошли смотреть. Красавица нашла водички. Смотрите, какая она огромная. И тяжелая. И вся в иголочках. Жилками. И если вы очень голодны и денег не хватает, тогда можно съесть этого ежа. Но он так хорош, что мы делаем это крайне редко. Уникальная конструкция крабика, который за считанные доли секунды закопается в песок, не заметишь.
7:27 утра, что мы так рано делаем на пляже? А мы приехали найти дельфинов. Нам дали ласты, маски. Я подарю тебе эту сказку. Он настоящий я мужик, а выйти из бабушки лежит. Потому что многие говорили, что это не совсем гуманно по отношению к дельфинам. Очень много лодок, моторы, и дельфины пугаются. А потом человек, которого мы встретили, по рекомендации которого приехали на этот сафари, он сказал: слушайте, но дельфины же не дурачки, они понимают, что они делают. Они подплывают под лодками, они играют с вами так же, как и мы. И я сейчас это все увидела как раз с той стороны, что мы играем с дельфинчиками, а дельфинчики играют с нами. Лодок было действительно 6 штук. Там на каждой больше, чем 2 человека сидело. И там капитаны такие: о, дельфины там, все включают моторы, плывут. И там дельфинчики начинают так чик-чик спинки показывать. И тогда капитан говорит: джамп! И мы такие с Игорем в воду. И, ну, несколько раз мимо, а 4 раза у нас были очень результативные. Мы, короче, и там дельфины такие вот на расстоянии вытянутые руки, большой, маленький, еще маленький, 3-2 группочками по одному, и они такие большие, у них вытянутые носы, они такие умные, благородные, настоящие. Мне очень понравилось дельфин сафари на Занзибаре. Такой классный разделитель дорог попался нам посредине Занзибара. Деревня Макундучи, наиболее удаленный населенный пункт на Занзибаре. Самый юг уже. Мы поймали дельфинов и возвращаемся домой. С дельфинами. Мне под кожу бы, под кожу мне. Запустить дельфинов в стаю. На мусорке у подножья, где я тебя настигаю. Шикарные пятиэтажки в деревне Макумбучи. Так выглядят таксишки на Занзибаре. И их очень легко стопить. Они едут по вызову в какой-нибудь отель и соглашаются нас подвезти всегда. Вид местного транспорта общественного называется дала-дала. Самый дешевый. Грузовички переоборудованные для перевозки людей. Сейчас едем бесплатно. Автостоп процветает, Сибарь, процветает. Как дела, Егор? Самая северная деревня Нунгви, фишмаркет. Господи, это же кого убили-то? Кита, мне что ли? Мне кажется, манта. Манта? Мама! Штуковина. Кошмар. Просто кошмар. Мне почему-то везет видеть все мои мечты мертвыми. Я так хотела поплавать с этими мантами в океане, а мне их Господь показывает на рынке убитыми. Вот такие специальные плетеные картиночки придуманы, банановые листы, между ними укладывают рыбу, никаких холодильников нету. И начинают развозить по всем закоулочкам. На крайнем севере Занзибара творится полный трэш. Все развлечения на ваш вкус. Сапы, катамараны, моторные лодки, скутера. Что там еще можно придумать? Тут же люди купаются, тут же ходят негры, предлагают себя, предлагают какие-то экскурсии, предлагают кокосы, которые стоят на минуточку 10 тысяч шиллингов. Это 4 доллара. Хотя, если не на пляже, то кокос стоит 500 шиллингов. Представляете, наценочка в 20 раз. Рассвет на острове Занзибар. Мы его встречаем на пляже Манганвапи. Комары не мучили, люди тоже. Красота. Нашли очень красивый пляж на Занзибаре. Ночевочка у нас здесь прошла спокойно, с видами на материк. Очень много лодок проплывает. Мы готовим с утра чай и двигаемся по Дже. На этом чудесном пляжике мы заночевали сегодня на Занзибаре.
укромное местечко. Егор, ты где стоишь-то? Ну вот, хватит уже путешествовать. Фредди Меркьюри подарил нам свой дом. Ура! Я так счастлива! Конечно же, ничего особенного в этом во всем нет, если вы гуляете по узким улицам Испании, Италии, Франции. Но мы-то гуляем по Африке. Подписывайтесь на SkyTramp, гуляйте по Африке вместе со SkyTramp. А мы пока не уезжаем отсюда. В общем, это старый форт, который тоже служил площадкой для торговли рабами. Внутри сейчас расположен сувенирный рынок, а что еще может быть? Вход бесплатный. Пойдем штурмовать. Самое короткое в истории мировых сражений сражение произошло здесь, на Занзибаре. Занзибарцы сдались англичанам за 38 минут. Видимо, эти пушки не спасли горожан. Конечно же, Стоунтаун Занзибара принадлежит к списку наследия ЮНЕСКО. В плачевном состоянии находится огромное количество зданий. Ну и, конечно, в этом месте можно забыть о личном пространстве, потому что дома построены чрезвычайно близко друг к другу. Окна выходят на окна, все окна вообще плотненько закупорены. В нашем номере мы спим вместе со всей семьей. Мы слышим, какие у них звуки происходят, они слышат, какие у нас. Selamat seleb, selamat celeb, selamat influenza. Eyasendeni, chigi chigi yamsaga sweni, dugu dugu ma bona gute, ego ma bona gute. Дорогие подписчики, кто нам скажет, что это за штучка, получит от нас танзанийскую монетку с жирафиком. Имело, имело, усанкумбула. Илебачутандуля мжинчу мунтя, ибачутандуля мвезу мунту. Имело.